получаешь. Спасибо. Ты блудница и развратница арт-проектная. Я блудница и развратница. Почему? Я показала свою жизнь на проекте. Мне кажется, так каждый человек живет. Ты так не живешь? Ты ни с кем не спишь? У тебя есть парень? Нет. Мне вроде как-то по-честному все. Валейкум ассалам, Юсуф. Ты очень красиво, спасибо. Как там, Коля, общаетесь? Да вроде бы да. Единственное, что неприятный осадок был, что Коля с Катей как-то врали мне. Почему такая красивая, не знаю. Парни, советую ее, не пожалеете, Назаров. Ты-то что мне советуешь? Здрасте. А, мне, пожалуйста, колу лайт. И так. И, наверное, давайте мне тейстинг. А вы дома 2, да? Да. Полузерой, что вам еще? И мне, пожалуйста, как его? Который вот тейстировал. Ага. Все? Да. Оплата картой? Картой. 254 рубля приезжайте на оплату. Спасибо. Прикольно. Дела. Очень приятно. Чисто тебя узнают, да, постоянно. Такая я. Да. Хотела бы на остров поехать? Нет. Result. Ну, значит, как-то плохо себя вел. Здравствуйте. Все? Спасибо. А кто у меня брал заказ? Вы? А? Вы мне брали заказ? Следующая, да, кошка? Ты едешь быстрее, давай. Куда еду? В облака? Сейчас в облака? Ты куришь? Покуриваю. Скучаешь? Ты жрешь опять? Я хочу выпить колу. Кисляков! Сабина. У меня умер отец. Шла с проекта, да. Клевые серьги, спасибо. Вот с вами нельзя курить. Я не курю. Я редко курю. Анька сбывает, курю. Вообще вы с вами вредно жить, я хочу сказать. Что вредно? Здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо. Привет. Ой, так приятно. Да, в Маке узнают, конечно, меня. Надеюсь, это не преградило ничего, никого.
Вы хотите, чтобы я свела луну? Блядь, эти друзья в Макдаке клево. Сабина. Какая же ты дурочка, не могу. Зай, го ко мне в эфир. Почему ты отклоняешь, Сабиночка? Бля, помоха, да что ж такое-то? Бля, раз. А вот теперь стой и жди. Мне кажется, там... Сейчас я тут припаркуюсь, подождите, у меня беда с парковкой. Конкретная. Сейчас эта баба проедет. Ну, приезжай уже, давай. Вперед. Молодец. Какая-то женщина в хиджабе проехала на голове. Ну ты слепая, товарищи, что товарищи? Отклонила. Ну и иди в задницу раз отклонила. Спасибо вам. Сабина картошку не покупала. Сабин, перестань с ним так разговаривать. Что мне делать в клубе, Сабин? Капли уже там, где там, в облаках? Зай, куда идти? В роял или в облаках? Сейчас куда ехать мне?
Хорошо, я еду, все, смотри, вот выезжаю. Жаль, только я не пью. Означает луна ислам. Наоборот, себя оградить от кавказцев. Потому что в исламе тату — это харам. Нельзя черную одежду проехать носить, потому что это не, как его, цвет не для видео. Просто черная одежда, она не показывает руки, ноги. Все съедается, когда носишь черный. Серьезно, натушка детская. В каком городе родилась? Калуге. До сих пор едешь, да? Че отрыжки пускаю? Потому что я человек, у меня есть отрыжка. Что теперь? К сожалению, вы это увидели, извините. Я не могу вообще никуда их деть. Кола делает свое дело. Когда день рождения у тебя? 23 января. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, чувак. Газик какой, да. Вообще мясо застряло между зубов. Водолей, да. Сведи грёбаный тату. И что я сведу тату? И что потом? Козерог по гороскопу. Я Водолей. Тебе
тебе дали сырую курицу в шаурме? Нет. С чего вы решили, что мне дали сырую курицу в шаурме? Все у нас всерьез. 2 сентября. Кто ты за полоновых гей? Не знаю. Меня пропусти, пожалуйста, не врежься. Ага, проскочили. Селена, ты мужик? Че, реально? Без тебя никуда. Без меня никуда, как мило. Как твоя мама себя чувствует? Вроде получше. Долго едешь, а я так люблю. Я люблю так долго ехать. Ура, мне Селена ответила. Аллилуйя! А, Селена, просто смех, а не эфир. Что теперь делать? Я действительно не знаю, как на какие вопросы отвечать. Как правильно отвечать. Моя мечта сбылась, Крис. Я очень рада, что твоя мечта сбылась. Крис, моя тоже. Девки, я теперь хочу, чтобы моя мечта сбылась. 2 миллиона заработать хочется. Даю бабло в долг. Только взамен на что-то. Тебе сколько пишет ехать? Сабина. Сковородки купила? Да, купила. Мне ехать до Сити чуть-чуть. Не хочу никуда ехать. Что там делать? Все равно я не буду пить. А, ну все, давай. Ну ладно, ладно, я приеду, хорошо.
бухонькая, выходила в эфир. Я вообще стараюсь бросить пить и вообще не пить и не курить. Член передает Измаилу привет. Привет. Пожалуйста, привет. Сигарету я не курю. Кальян даже не курю. Давай на дом 2. Нет. Селена, как уснуть? Не думать о том, что ты хочешь спать. И уснуть. Расуры, Джеб, ну я увидела. Тебя капли ждет. Я не поеду. Всем пока-пока. Я уже дом 2 перестала смотреть, может быть, лучше, но и правильно. Странная баба она. Капли? Почему странная? Каждому свое в этой жизни. Бузова делала сиськи? Не знаю, я не спрашивала. Лучше с Андрюхой дружить. Но я со всеми дружу. Просто у них нет желания сейчас как-то тусить. Хотя могу заехать, чисто так посидеть. Но я сейчас до них доеду, посмотрю, что там за обстановка. Вообще как бы не хотелось бы пить. Конечно, в усмерть. Это такое есть, я правду говорю. Капли, да, она может. Она может напиться так, что потом может забыть, где она вообще находится. Но это правда. Скрывать. Она сама не скрывает. Какая красивая, спасибо. Женский алкоголизм неизлечим. Неправда, неизлечим. Селен, ответь мне на вопрос. Какой вопрос? У тебя 158 вопросов одни и те же. Ей пить нельзя, но напередок слаба. Почему нельзя? Почему плохо, что напередок слаба? Ты в
хоть не пей. Я не пью. Красивая туту. Спасибо. Счастья тебе, спасибо. Ты бы вышла замуж за мусульманина? Да. С кем сейчас спишь? А, это вопрос платный. Он стоит 10 тысяч рублей. Так. Блядь, Селен, ты издеваешься? Во-первых, не надо материться. Пожалуйста. Так, Ленинград, Калининский, господи боже мой, что ж мне делать-то? А? Ладно, я туда. Самый лучший поступок, который сделал мужчина. Предложил мне встречаться и быть его девушкой. Официально. Что происходит? I'm so sorry. Please. О, прекрасно, я благополучно повернула не туда. Я вот мусульманин, ты выйдешь за меня? Я тебя не знаю, но сначала пообщаться. Сабина. Самое худшее, что он свалил от тебя. Да. Кажется, я до сих пор люблю своего бывшего, с которым встречалась 5 лет. Вот, несмотря на то, что уже столько времени прошло, что у меня были мужчины, кажется, я все равно люблю. Мне кажется, я не встречу лучшего мужчину, чем мой бывший, с которым я прообщалась 5 лет. Даже дело не в волшебстве. А вот дело в том, что он умел очень себя красиво подавать, как-то вот, не знаю, у меня душа к нему принадлежит. Но он был мусульманином. Я еще не нашла такого мужчины, с которым бы я захотела быть надолго. Вот. Это так кажется тебе. Встретишь. Не знаю, я надеюсь. Но вот факт, остается фактом, то, что я до сих пор думаю о своем бывшем, и то, что я в нем вспоминаю, это факт. Я, конечно, пытаюсь перебить его другими молодыми людьми, но я думаю, что ему просто сознание пришло такое, что он стал, решил поребить эти мысли, и до сих пор общаемся. Вот. Но мы только общаемся, мы не видимся, мы просто общаемся через WhatsApp. Он очень хочет, чтобы я пришла к правильному. Он против моей татуировки. Вот. Он против моей татуировки и вообще он против того, чтобы я была на Дом-2.
очень сильно был против. А где Новиков алкаш продает? Я не знаю, я не интересуюсь. Ты прекрасно знаешь. Она не выйдет замуж за меня. Ты это прекрасно знаешь. Но она не выйдет замуж за тебя. Бессмысленно. Почему не катаюсь? Я не бессмысленно катаюсь. Мне кажется, я общаюсь с своими подписчиками и размышляю на очень интересные темы. Нет? Ой, ладно, ребятки, я вас целую, люблю.